Встречаем в нашем кафедральном соборе, приветствуем и всем желаем здоровья и многих лет жизни. Многие уже ушли, и пришли новые, их родственники, которые пополняют этот вот клуб Александра Невского воинов. И мы рады, что они приходят к нам сюда в собор, мы молимся, и сейчас мы отслужим благодарственный молебен за то, что Господь даровал вам столько лет жизни, даровал нам победу в Отечественной войне 1941-1945 года и даровал нам возможность сейчас свободно жить и молиться, и благодарить. И потом мы также вспомним тех, кто ушел от нас. Мы помолимся так, чтобы и вспомнить Кутузова, нашего победителя в войне 1812 года Михаила Илларионовича. И также ему пропоем вечную память. А сейчас будем молиться и благодарить Бога за все благодеяния, которые нам подает за наше недостойство. Спасибо, Господи.
Молящихся, ежемножите молитву живота
на все христиан. Яко милостивый человека любит Бог Еси, и тебе славу посылаем, Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Господу помолимся. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Боже наш, Боже всякого милосердия щедрот, Его же мило безмерно, и человеколюбие неследимое пучино, по Твоему виде чисто припадающее, со страхом и трепетом, я корабль недостойный, благодаря Твоему благоутробию, по Твоих благодеяниях на рабех Твоих бывших, ныне смиренно приносящих, я как Господа Владыку, и благодетеля славим, хвалим, поем, и величаем, и припадающий паки благодарим, Твое безмерное и незерченное милосердие, смиренно молящих, яко же ныне моление рабов Твоисте, приятие милостивно исполните, сподобилось и во преднем Твоей искренней любви во всех добродетелях претерпевающих, Твое благодеяние всем верным Твоим получите, Церковь Твою святую грацией, Отца как благо обстояния избавляя, мир и безмятежие тем дары, Тебе за бедношами Твоцем, и святым и благим, и ненасущным Твоим Духом, в едином существе славим Богу, всегда благодарение приносите, и приблагая глаголайте и воспевайте, сподобивши, слава Тебе, Богу, благодателю нашему, во веки веков. Премудрость, Пресвятая Богородица, спаси нас. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе. Христос, истинный Бог наш, молитвы пречистой Своей Матери, всех праведный Бог Отец, Акимаяны, и все святые, помилуй Ты, спаси от нас, яко благо человека любит. Благоденствием и мирным житием, здравием, спасением и во всем благое воскрешением, и завиле было всем мы, поможьте, Господи, вольном с небе стоящим, и сохрани.
поздравляю вас с вашим днем и желаю вам здоровья, радости и счастья. Вы не забудьте, что мы с вами, живущие, помним о тех, кто ушел от нас. Это вот вечная память. Мы уйдем с вами, наши родные будут помнить нас, вспоминать. И вот церковь для этого дает огромную возможность. Дома, где-то там на работе забудут, а здесь в церкви всегда вспомнят и всегда пропоют эту вечную память. Это вот, наверное, самое главное, важное, что мы своих родных помним. Молимся за о здравии живущих и молимся за покаяние. Спасибо, Господи. А сейчас, пожалуйста, если кто вот придет, можно будет к иконе подойти и потом болтать. Только мужчины, а женщины могут наши, кто пришел, просто к иконочке подойти вот так, да? Нет. Вот. И тогда пойдем к алтарю. Внимание. Еще раз, не уходите. Стена живопись, икона можно назвать, подлинный Гарбор Любовь. Это всегда было здесь. И до революции, после разорения, потом забрали эти иконы знаменитые. Правда, рамы 800 рам деревянные, они, видно, сгорели где-то. А иконы были в Русском музее. В Русском музее мы их в 98 году попросили, и они дали на хранение. Музей это ведь наш, и наш собор, он же федерального значения. Поэтому мы просим, нам дают это. Еще очень много не отдали. Мы будем просить. Вот это у нас главное, да. И вот этот, интересно, дарохранительница, это на престоле как ее спроектировал сам Воронеж. И исполнил она из камней, он драгоценных уральских цветов. Кутузов Михаил Ильич,
повелел передать это все Казанский собор. Казанский собор в 1811 году, был освящен. Прямо вот в период начала военных действий, там, помните, они раньше начинались в Европе, в 1811 году шла война, захваты европейских держав. Вот это интересно. И архитектор Тон, вот этот создал иконостас, и он был сделан из листового серебра, художественной работы, высокой художественной работы. И в 22-м году его разобрали, изъяли все ценности, и все пошло на революцию мировую. Правда, она так и не совершилась, к сожалению, да, или к радости к нашей, как вы думаете, да. И вот вы знаете, иконостас погиб. И мы, когда пришли, здесь было не пустое место, вот мы восстановили его уже своими силами и своими. И он исполнен, вы знаете, это дерево покрыто специальной планшетом, сделанной из фанеры, и на фанеру выполнена лепной работой восстановление всего того узора на иконостасе, который был в серебре исполнен тогда. Точный копий. Отец Павел, а мощи Серафима Саровского здесь же? Мощи Серафима Саровского, это мы сейчас пойдем наверх. Угу. Там у нас ведь, вы знаете, собор имел три здания на Казанской улице. Одно здание на Невском проспекте, вот этот дом, где сейчас там торгуют и все. Это же был Казанского собора. Не отдают. Не отдадут. Там уже на 99 лет Всемирный банк развития получили все специально. Так вот, у нас что было? У нас здесь все находится. Внизу есть подвальные помещения, которые оборудованы. Там зал для конференций, там у нас всякие работы и всякие. И наверху у нас большой зал, были там, где мы чай пьем. И там, с другой стороны, у нас мастерские художественные и рисовальные, и фотоволокные. И там есть один коридор, где как раз были вот обнаружены мощи. В 1995 году мощи в коробке, и там были надпись такая, да, интересная, корочки, которые я одевал, там написано «Преподобный учитель Серафим или Богданас». И когда раскрыли мощи и сверили опись, которая была хранилась в музее и которая хранилась в Москве, вот это мы восстановили тоже, то там обнаружили, что точные вот описания останков человека, те, которые были изъяты в этом самом Серафима Саровского деревянном монастыре. Они точные копии. Их перевезли, сейчас они там находятся. А вот этот престол, вы знаете, это тоже архитектор нашего Воронихина, и изготовлен он из серебра. На нем было 12 пудов серебра. То есть это было все полностью стенки серебряные. 12 пудов. Мы восстановили его точно, копию, какой он был. Когда мы сказали, что в какой там, все, и позолотили, все сделали. И потом мы дали в музей. Эта люстра осталась та, которая была. Она никуда не исчезла. Там большая. А у нас туда не нравится. Ну так, взять тебя.